Ребят, ну извините меня, каким же дебилом нужно быть, чтобы так смонтировать это окошко? Дайте я вам покажу, что получается, если плохой монтаж окон. Или, вернее, как вот классно смонтировать. Растут грибы. Но мы это все будем исправлять. Интервью с монтажником. Подскажите, пожалуйста, а как правильно говорится, кривожопый или жопорукий? Жопорука кривый. Здрасте, ребят. Короче, мы закончили. У нас 8 часов вечера. Двое наверху забивают последние пакеты, клеят все, что осталось в конце.
К чему я затеял это видео? Вы знаете, мы сторонники Rehow, мы партнеры компании Rehow, мы монтируем только окна Rehow, но в этом случае мы сделали исключение. Это не первый случай, скорее всего, и не последний. Мы сделали исключение, мы смонтировали окна Salamander. Хорошие окна, с хорошим пакетом, но с говнейшим монтажом, скажем так. Вы посмотрите, что вот с этими окнами и что мы сделали под конец, что у нас под конец получилось сделать. Я не знаю, смотрят заказчики или смотрят люди, которые хотят закупить окна, вам совет на будущее. Вы покупаете хорошее окно, потратили кучу денег на эти окна, как в этом случае. Это хорошие окна Salamander с тремя контурами уплотнения, с хорошим пакетом, с двумя мультифункциональными стеклами. Но монтаж взял эти окна просто-напросто убил. Ребята, которые делали монтаж, либо руки не росли туда, откуда нужно, либо они не знали, что такое монтаж окон, а знали там, какой-то монтаж котельцов или плитки, и они посчитали, что плитка, они взяли как плитку, запиздячили эти окна. Прошло немного, прошло 2 года, через них сифонят, везде плесень, короче, полнейший бардак. Мы это все устранили, постарались сделать все классно, все круто. Как это мы все сделали, смотришь в нашем видео. Если вам видос понравился, ставим палец вверх, оставляем комментарии. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы. We'll be right back.